А про искусственное сердце мне расскажи. Владимир Демихов. Его имя связано не с одной с операцией. Но он был не врачом, а биологом. И когда он в 1943 году... Когда он учился на третьем курсе в институте, он создал механическое сердце и пересадил его своей собаке вместо настоящего. И собака прожила около 3 часов. И в каком году все-таки осуществили пересадку сердца? В 1946 году он первый в мире пересадил сердце собаки. И это был настоящий прорыв в сердечно-сосудистой хирургии. Молодец.